У торгового центра «Лига» сегодня открылся фестиваль фудтраков. Посмотреть на мобильные торговые объекты и попробовать их продукцию может каждый желающий. Мы посмотрим, как к этому относятся жители. И, соответственно, мы как администрация продумаем тот формат и те места, где они будут размещаться. Многие жители уже попробовали продукцию из фудтраков. Некоторые химчане приехали на фестиваль для того, чтобы больше узнать об этом направлении бизнеса. Целенаправленно приехали, посмотрели. Мы тоже с супругой думали об этом бизнесе и консультируемся, спрашиваем, но законодательство пока еще сырое. Действительно, пока в законодательстве не прописаны правки о мобильных торговых объектах. Однако работа над этим уже идет. Пример тому – фестиваль в Химках. У Химок, я считаю, есть все шансы стать самым прогрессивным городом в смысле развития мобильной торговли и мобильного питания. Поэтому, друзья, поздравляю вас, здорово, будем двигаться дальше, проводить это снова и снова. Совсем скоро фудтраки смогут расположиться на улицах округа, там, где это необходимо. Минпромторг уже подготовил правки в закон о торговле. Они будут регламентировать работу мобильных объектов и позволят дать новый виток развитию малого бизнеса.